Давай помашем ручкой, давай. Полноценный член коллектива, настоящий аниматор, большой любимец публики, особенно детей, да и просто звезда вечеринок. Мини-пик Фунтик, несмотря на маленький размер, пользуется огромной популярностью и обладает массой всевозможных талантов. В праздничном агентстве «Ералаш» завести такого поросенка мечтали давно, поэтому, когда увидели объявление о продаже Фунтика в интернете, не раздумывали ни минуты. И ни минуты не пожалели о чудесном приобретении. Мы его, конечно же, прикармливаем для того, чтобы год был хлебосольным. Конечно же, веселим, ну и фотографируемся с ним, потому что это символично, это прикольно. Сегодня Фунтик – герой многочисленных фотосессий. И даже в студии 8 канала, где мини-пик станет соведущим Анны Бережной в новогоднюю ночь, этот поросенок вел себя как настоящая телезвезда. С Новым годом, дорогие телезрители! С новым счастьем! Наш телеканал от всей души поздравляет вас с праздником! Фунтик мгновенно завладел вниманием и покорил сердца всей команды 8 канала. Тебя зовут Владик? Смотрите, поднимайте его вот так, по детству, да, вот так под лапой. И все. То есть вот так сверху будете брать, и он будет... Понятно. То есть будет кричать. Фунтик может выступать в разных амплуа. Любая роль дается поросенку очень легко. Природный артистизм и харизма. Посмотрите сами, как просто мини-пик перевоплощается из образа в образ. После трудовых будней, да и в процессе рабочего дня, любимое занятие Фунтика, как любого поросенка, плотно поесть. Мини-пиги могут делать это в любое время и в неограниченных количествах. Однако эти поросята, несмотря на происхождение, очень чистоплотные и воспитанные. И поэтому очень популярны как домашние животные. Подкормить новорожденного мини-пига очень просто. Это делается так же, как с любым новорожденным малышом. Берется бутылочка с теплым молоком. Главное, чтобы оно было не горячим и не холодным. Иди сюда, малыш. Иди. Давай, будешь кушать? Будешь? Вот. В зоопарке на Садгороде мини-пиги появляются на свет регулярно, но каждый помет очень ожидаемый. Уже на вторые сутки у новорожденных малышей открыты глазки, есть маленькие трогательные копытца и даже зубки, которыми мини-пиг может вполне ощутимо цапнуть. Непреднамеренно, конечно. Подвижный, веселый, активный символ 2019 года, к слову, как и символ 2018, собака, очень привязан к людям. Он такой же любопытный, обучаемый, хорошо поддается дрессировке и, как утверждают ученые, да и сами владельцы, обладает развитым интеллектом. Нежнее свиньи существа не придумать, говорят те, у кого дома живет символ года. И есть вероятность, что именно такие свои качества, как чистоплотность, активность, веселость, артистизм и нежность, желтая земляная свинья подложит нам в наступающий год. Светлана Садовая, Анна Бережная, Евгений Черемухин, Дмитрий Сухоруков, Игорь Болтов. Новости на 8.